Зовут меня Вадим, на форуме ecobike.pro. Вот, сегодня приехал на, можно сказать, лайт-точке, 20 дюймов. Вот. Долго его собирали, но это не заводская модель, вы не думайте, тут и рама самодельная. Ну, расскажите поподробнее, интересно. Из четырех, в общем-то, стоковых рам электровелосипеда за основу взята рама так называемого Ecobike X7, 26 дюймов. Вот. От Ашлима Ecobike-овского маятник. Вот. А эта часть, не берусь сказать, от какого велосипеда, потому что никаких надписей не было. Рычаги стальные, самодельные, долго подбирали форму для того, чтобы подвеска работала хорошо и мягенько. Цель была создать абсолютно максимально плюшевый велосипед на 20 дюймов. Для наших дорог это актуально. Уже вторая версия. Первая была легче, но батарейка в первой версии была смешная. Ездить было тоскливо. Поэтому долго искали донора под эту раму. Нашли и сделали. Что за покрышечки стоят? Покрышки мопедные. Самые, наверное, что ни на есть, китайские. Колеса 20 дюймов, стали как родные, проколов пока не было, в принципе, ради увеличения диаметра и антипрокольности, в общем-то, и стали. Дорогу держит не хуже, чем Макс Хукворм и Швайба Марафон Винтер. Ой, просто Марафон Винтер. Вот, крылышки удалось подобрать от так называемой Эльтрека Альфа Фет. Только те 24 дюйма немножко подогнули и, в общем-то, стали как тут и было. А моторчик сколько жмет, сколько прет? Ну, моторчик вот достался в свое время от хорошего человека, от Винора Таун, перемотанный, правда. Потому что в стоке у него 250 ватт. Сейчас, в общем-то, просим от него в пике киловатт, ну, номинал 700 ватт. Ну, в общем-то, он середнячок, не тяговый, не скоростной. 65 идет, дальше пока не разгонялся, особо негде. А батареечка что у нас тут? Батареечка из Sonic собрана, VS6 их что ли зовут. Высокотоковые, 72 вольта, 9 ампер часов. 72 вольта? Да. Ну, BMS-ка стоит на 50 ампер, потому что другую не нашел. Там такой лопух. Угу. Вот, даже... А тут у нас что? Ну, сейчас я его включу, включается он у меня с пульта, потому что места для включателя не нашлось. Стоит у нас ваттметр, а он не включился. Сейчас. Включился. Ну это потому что без подсветки, сейчас я его пощелкаю. А, ну тут подсветка слабенькая, видно, может, не ахти. Угу. Вот, а ну аналог циклоаналиста на форме, в общем-то, расписан. Единственное, с подключениями что-то там накосячил, расход показывает криво. А он заменяет циклоаналист? В принципе, можно вот, в обычный как бы штекер вот, его включить? А он для этого и рассчитан. Ну, я просто наращивал провод и, по-моему, с двумя пинами там накосячил. Просто в предыдущей версии у меня стоял такой же, ну, только другой. Тот я продал, поставил этот. В общем-то, показываю все четко, не хуже циклоаналиста. А сколько стоит, где покупать? Дешевле, ну, надо... Париться по форуму в поиске, в принципе, по слову батметр он выдает. Где-то в районе Сибири человечек обитает, сам его разработал, сам делает. То есть это российская разработка? Да, да? Наш отечественный. А сколько стоит такая? Дешевле циклоаналист, ну, может быть, не вдвое, но очень близко. Причем лично меня, что привлекает, более грамотные экраны, кнопки внизу, то есть не протекают, плюс на экране есть время. Я иногда езжу через МЦД, но и мне это критично. Не надо смотреть. Вот. Ну, что за него еще рассказать? Ну, тормоза, в общем-то, как у всех, почти что гидромеханические. То есть исполнительный механизм гидравлика привод тросиком, потому что складной. Вот. Ну, моточек, как и сказал, это не редукторник, это директ-драйв со всеми вытекающими. Немножко жруче редукторника, но, в общем-то, вполне себя оправдывает. По весу, ну, сложно сказать, ну, килограмм, мне кажется, ну, 26, может быть, 27. А давайте стартанем.
на нем. Ну, давайте попробуем. Да легко. Я на максимум переведу. Включаем свет. Ну, бешеная динамика, конечно, не отличается, можно зашить и поболее, вот. Но не хочется греть мотор, греть контроллер, отчасти поэтому я и собирал на 72 вольта, потому что контроллер живет все-таки внутри, чтобы его не греть, не перегревать изначально маломощный моторчик, хоть и перемотанный. Так 10 ампер батареи, но ему за глаза хватает. Ну что ж, очень приятно было и с вами снова повидаться, и ваш аппарат посмотреть, рад. С каждым годом все круче и круче. Ну, опять-таки хотел сделать лайточек, но получился опять почти мопед. Да, ну всех благ вам, пока. Спасибо, всем удачи.